Важная новость. Греческий город Лариса и Анапа стали побратимами. Договор о побратимстве заключили главы городов – апостол Калоянис и Сергей Сергеев. Мэр Ларисы отметил, что отношения между Россией и Грецией дружественные. И 2016 год, когда состоялась встреча лидеров России и Греции, и было подписано несколько межгосударственных соглашений, это подтвердил. В свою очередь, глава российского города напомнил, что в центре современной Анапы находится городище античной Гаргипи. Там создан музей-заповедник под открытым небом. По последним данным, на территории города-курорта Анапа проживают более 5000 греков. Всего же в Краснодарском крае греков 35 тысяч.